моих руках два тома прилегов, один том на чувашском языке, другой на русском. Я сегодняшнее свое выступление хочу посвятить Геннадию Аги, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Начну со стиха на чувашском языке. Бельман Уяре. В 90-х годах Геннадий Аги начинал в Чебоксарах проводить бельманские вечера. Вот. Стихотворение, посвященное этому вечеру. Шер-ар-он янраиш ханус эше укшасыр-осаш курышет срах шенедрамер эмергейн эште пре шербет шеклен имелькеш эш шам асама саваще никайле ап им теш живет Таусана сват тере вырысы, Сари бред, ау отнере, Крень таватеть, ки лик теди ли, Ик кенинь еки, ик генинь еки. Енил срава ослыне, И сарупур ослы харос, Арупур озрах харос, сарупур Осырах, әшкі чүкші, тазах, лайғаха, хой алғазадь, ура, пуша, шубыру, шеш. Шер, шар, он, дянраще, сор, орыс, сыра, парыс, сырама, ос, ебі, чап. Освободьбе придерюще шуредит дети. Эбер эшемер шерепе. Эндепур осу сорупетне. Ну, Козя, это было чувашки предупреждение. Чувашки предупреждение. Прошу прощения, она пионер, вот единственный, может быть, к сожалению, чувашской литературой никто этим не занимается, никто не пишет придворно, ничего подобного. Но труд на что? Поэма. Вот тут у меня в этих томах поэма. Недвижим и жив день, носили сон я и ты, босы события, гол слог. Носили в яв или сон, но в зимы дым и звон. Нес, осенило, то ли нес осень, Нес осень, нес сень в омут умов, во спасение нес, а псов на барабан. Ольха, поле пело, пахло, оно голо, гол я, но поле пело, поняло голова, но Немел племен и лепет, те пели ханам о романсах, а снам о романах, те носили сонет, те связь, я свет, те рвенье врет, те тень гнетет, те отдал Бог, обладает, те встречай. А черт свет, те дрянь, я рдеть, те другу рдеть,
те аминь, Бог обнимает. Я ал, заметили, тема злая. Вен гнев, сила, вен мост. Сомневались? В будущем ищу дуб сна шанс. Будем, а наружу ранами дуб, будто тот дуб ум извилинами манил и в зиму, и мастера карет сами. Путь, именно он нем и туп, он дата, дно, на дне день дан, он в аду давно. Могу день с недугом глодать, а долг, могу день с недугом унять. Опять я потяну жуть стуж. Я и не чумас за мучения, не дебил и беден. На рану душу думи, а раны у ребят я беру. И глаза. Лги им, а наружу раны и глаза. Лги. А зорька, как роза, а зорька, как роза. Алги им, а наружу ранами игла. Пиши, шип, чернилами малин речь. И роза за зори. Я и ты. Р, кто? Открытие. Ты ныть, ты выть. Я или Бог обилия, я алая луна нуля, алая, я аминь, мнимая. Удаль ветер, врете в ладу, сетуй утес, а роптать пора. Не в себе без вен, а не в себе не без вена. Нес сень, нес я. Ясен зон гор прогноз, ныло поле, ела полынь, и та паутина, нить у апатии и теснин сети. Отчаяние, а что, и не путь, ступени, а доступный путь, сода и рана в звонаре, меча затея и сияет. А зачем? Нить на преступника кинь, путь серпантин. Ал я, истина нить сияла, вознесен зов. Летать, и читатель, летать, и Бог обитатель. Он же да, надежно, и лети, Бог обители. Огонь, лети, вижу живительного, лети, Бог, обитель корабля особенного. Огонь, небо со лба, рог лепил, обнаружу ран боли, пел. И не мёр во времени, а пел сослепо. Минуту дадите? Немножечко. Еще. Ну ладно. Сокращу. Чур, боль, обруч. Чур, Бог, обруч. Нам Бог обман. Обитель лет, ибо я и татар, комедия, я и демократия. Тепь лепит, и в речи черви. Та чела века. Как его лечат? О, колба яблоко. Лечу чучел. Человеку в звон вновь звук его лечь. Та молитесь. Сеть ломать у вен и синеву. Та вот локона колдовать. Та врать. Та рвать. Та жрать. Та ржать. Та дать. Та жить и жать, та дика кидать, та
психи спать, и дара ради тужиться рты трясти, жуть. Та человека тело, поле так его лечит, тереть, 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 и трем сквозь зов к смерти тело болеть. Та человека тень, не так его лечит, таять. И ту пить сон чего? Вечности пути, у давности пить сон в аду. Несу к вам, а вкусен. Сейчас сокращу. Угу. Терпеть. Терпеть. Тер. Петь. Терпеть. Тер траву. Портрет. У портрета тер траву. И тер Бог. Обрети. Я. Око покоя. Тер. Трет, тереть, стереть, трем. Смерть. Лун полно, фон лопнул. Лун полно, сон лопнул. Тени трем. Смерти нет.